Всем привет! Сегодня 20 марта. Из заначки достал шикарного, просто однорукого. 5 лет независимости. Это как раз вот монета без ошибки. В таком великолепном качестве. Очень-очень-очень редко такие монеты попадаются. Одну, по-моему, вот в Атырау, в Актау отправил. Владимиру. И сейчас еще одному хорошему человеку с Караганды. Чисто из уважения. Вот такая вот в капсуле прелесть. Сейчас вечер, но тем не менее, даже в это время суток можно насладиться просто шикарным исполнением. В те далекие времена тоже могли печатать шикарные монеты, которые попадали, как правило, в обращение. То есть никто не собирался коллекционировать их в 90-е годы. Чтобы в таком сохране она дошла до наших времен в 22-м году. Только у коллекционеров такое, конечно, можно встретить состояние. Ну что ж, в добрые руки, прощаемся. Уже по традиции снимаю такие ролики, чтобы было на память для себя и для зрителей канала Игорь Павлович. Зацените, пишите, какое у вас качество монет. Надеюсь, естественно, оно гораздо лучше, нежели это, как многие пишут. Когда оценивают именно свою коллекцию. При этом учтите, что здесь увеличение, особенно на больших экранах, превышает все ожидаемые. Сейчас увеличение в 3 раза идет. Всем удачных вложений и инвестиций в казахстанские монеты.